Минасан, куничива! Это канал Точико ТВ. Сегодня мы рассмотрим 10 иероглифов первого, самого сложного уровня Нихонгу но Рёкусикен, международного экзамена по японскому языку. Как всегда, будем разбирать чтение, значение иероглифа, порядок черт, а также рассмотрим несколько сочетаний с каждым конкретным иероглифом. Давайте начнем. Первый иероглиф на сегодня имеет значение род, происхождение родословное, а также господин. Верхнее его чтение «щи», а нижнее «уджи». «Уджи» – это род, происхождение родословное. Этот иероглиф состоит из четырех черт. А теперь рассмотрим несколько сочетаний. Первое сочетание. Мумейши. Мумейши. Аноним. Шимей. Шимей. Фамилия и имя. Сидзоку. Сидзоку. Род. И кареши. Кареши. Он. Или второе значение. Возлюбленный муж. Далее иероглиф означает управлять, контролировать, объединять, обобщать, линия родства. Верхнее чтение онне то, долгое то, а нижнее суберу, управлять, объединять. Ключ иероглифа нить, ниточка, вот слева элемент, а правый элемент означает наполнять. Этот иероглиф имеет 12 черт. Далее сочетание тогё, тогё, управление, руководство, тоицу, тоицу, единство, объединение, токей, токей, статистика, кетто, кетто, происхождение, родословное, генеалогия. Следующий иероглиф означает сохранять, поддерживать, ручаться или заботиться о ком-либо. Верхнее чтение «хо» – короткое и «хо» – долгое. Нижнее чтение «тамоцу». «Тамоцу» – это сохранять, удерживать, поддерживать, обеспечивать. Ключ у этого иероглифа – человек, а правый элемент означает «изумление». «Изумление», то есть дерево во рту человека – это «изумление». Ну и отдельно вот этот правый элемент, который означает изумление, можно разбить на род и на элемент дерева. В этом иероглифе 9 черт. Дальше сочетание. Дзибай сэки хокен. Дзибай сэки хокен. Это автострахование, сокращенно от дзидоуся сонгай байсё сэкинин хокен. Дзидоуся сонгай байсё сэкинин хокен. Автострахование, где дзидоуся – это автомобиль, сонгай – это ущерб, убыток, байсё – возмещение, сэкинин – ответственность, а хокен – это страхование, гарантия. Далее, хокен. Хокен – это здравоохранение, санитария, гигиена. Далее, хого. Хого – защита, охрана, сохранение, покровительство. И хосютекина. Хосютекина – консервативный. Далее иероглиф со значением связывать, завязывать, заключать договор, например, и заканчивать. Верхнее чтение кетсу, кетчи, а нижнее мусубу, связывать, завязывать, заключать договор, заканчивать. Ю, ю это делать прическу, сплетать, связывать. И юваэру, юваэру это связывать, привязывать. Этот иероглиф состоит из 12 черт. Ключ – ниточка, вот левый элемент.
И правый элемент означает удача. Ну и удачу эту можно разбить на два элемента, это воин и род. Теперь сочетание. Кэшо, кэшо, кристалл, кристаллизация. Кэккаку, кэккаку, туберкулез. Кэссей, кэссей, кэссей суру – это образовать, формировать, создать. Дальше. Иероглиф имеет значение фракция, партия, секта, школа, группа, группировка. Верхнее чтение, единственное чтение – ха, ха. Ключ у этого иероглифа – вода. Вода, элемент вода. Состоит он из 9 черт. Теперь сочетания и примеры. Хакен – это командировка, хакен, а хасей – это происхождение. И небольшое предложение. Мэйси кара доусига хасей штеиру кото муареба, соно гякуно кото муарю. Мэйси кара доусига хасей штеиру кото муареба, соно гякуно кото муарю. Иногда глагол образуется от существительного, а иногда наоборот. Дальше иероглиф со значением план, проект, предположение, идея, мысль и устаревшее значение стол. Верхнее чтение ан, ан, а нижнее цикуэ. Этот ключ у этого иероглифа – это вот эта вот верхняя самая крышечка, это ключ. И здесь дальше женщина – элемент и элемент дерева. Состоит этот иероглиф из 10 черт. Теперь лексика. Анзиру или анзуру. Анзиру, анзуру означает беспокоиться, опасаться за кого-то, за что-то. Далее. Анно-джо. Анно-джо, как и ожидалось. Ангай. Ангай. Неожиданный, непредвиденный. И пословица. Анзуру-йори умуга-ясуси. Анзуры йори умуга ясуси. Не так страшен черт, как его малюют. Стоит сказать, что анзуру и анзиру отличаются тем, что анзуру более такое устаревшее уже и используется в основном в каких-то устойчивых выражениях, фразеологизмах, а также пословицах. Вот как и здесь у нас встретилась анзуру. Анзуры йори умуга ясуси. Дальше иероглиф, который означает план действий, политика, мера, мероприятие. Верхнее чтение саку, а нижнее мучи. Состоит этот иероглиф из 12 черт. Ключ у него это бамбук. Бамбук вот вверху. А вот это вот нижний элемент это колючка. Теперь читаем сочетание. Сакуряку, сакуряку, уловка, хитрость, махинация, интрига. Или сакудо, тоже значение, сакудо. Далее, сакуо коудиру, сакуо коудиру, принять меры. Сакуо роусуру, сакуо роусуру, прибегнуть к хитрости. Сакуга цкиру. Сакуга цкиру – истощить свою изобретательность. Сакуо тому,
сакуо тому – быть находчивым, и кюйоно иссаку. Кюйоно иссаку – последняя крайняя мера. Дальше иероглиф, который имеет значение «основа». Основа. Ки – верхнее чтение, ки – математическая корень, радикал. И нижнее чтение – это мото и мотои, что означает «основа», «основание», «корень», «причина». Этот иероглиф состоит из 11 черт. Ключ – земля, вот нижний элемент земля, а верхний элемент означает «тот». Теперь сочетание. Кикин. Кикин – денежный фонд, денежное обеспечение. Мотодзуку. Мотодзуку – основываться на чем-то, произойти от чего-то. И ни мотодзуйте. Ни мотодзуйте – на основании чего-то. И кисочишки. Кисочишки – основные базовые знания. Дальше иероглиф означает цена, ценность, достоинство. Верхнее чтение «ка» и «кэ». «Ка», «кэ». А нижнее «атаи». «Атаи» – это цена, стоимость, ценность или математическая величина значения. Этот иероглиф состоит из 8 черт, ключ – человек, и вот этот элемент означает «запад». И теперь сочетание «атаисуру», «атаисуру» – «стоит заслуживать быть достойным». Далее «коурикакаку», «коурикакаку» – розничная цена. «Какакухё», «какакухё» – прейскурант. «Хёка», «хёка» – оценка, котировка. «Тейка», «тейка» – установленная цена. «Чика», «чика» – стоимость земельного участка. Следующий иероглиф означает «предлагать», «приводить», «нести» в руке. Верхнее чтение «тей», «чо», «дай». «Тей», «чо», «дай». Нижнее чтение «сагеру». «Сагеру» – это «нести в руке». Состоит иероглиф из 12 черт, ключ – рука, а правый элемент вот этот означает правильность. Дальше сочетание. Тейкё. Тейкё. Предложение, предоставление. Тейкей. Тейкей – сотрудничество. Тейджи. Тейджи – представление, презентация. Чоучин. Чоучин – бумажный фонарь. И тейкин. Тейкин – это скрипка. На этом сегодня наш урок иероглифики окончен. Подписывайтесь на канал Тачико ТВ. Будем вместе учить японский язык. Джане!